Бумажные документоносители постепенно уходят в прошлое. Удостоверение многодетной семьи также переводится в электронный формат. Оно должно прийти автоматически в личный кабинет на региональном портале госуслуг. На данный момент 3783 семьи в Одинцовском городском округе уже получили электронные удостоверения многодетной семьи. Ну и также, кто будет в дальнейшем подавать на удостоверение многодетной семьи, ему будет приходить на портал госуслуг электронная форма удостоверения. Удостоверение защищено электронной подписью и имеет уникальный QR-код. Предъявив его на своем смартфоне, можно получить любое льготное обслуживание. При этом старые бумажные удостоверения остаются действительными. Изменения коснулись и самого порядка получения статуса многодетности. Ранее все члены многодетной семьи должны были иметь место жительства Московской области, что подтверждалось отметкой в паспорте и свидетельством о регистрации по месту жительства детей. А сейчас место жительства должно быть хотя бы у одного из родителей и троих несовершеннолетних детей в этой семье. Таким образом, порядок получения льготного статуса у нас изменился в многодетной семье. Эти нововведения делают удобным процесс получения и использования удостоверений, а также значительно упрощают работу органов социальной защиты. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».